История, культурология, робототехника, социология и другие области научного знания в доступной для широкой аудитории форме. Академический лекторий «Республика» призван объединить людей, неравнодушных к науке. Ученые Мордовского университета и РАНХИКС при президенте России на площадке Пушкинской библиотеки просто и интересно будут рассказывать жителям Мордовии о сложных и важных темах. Мы хотим собирать на наших встречах самых интересных, самых неординарных людей, которым есть что сказать, но при этом мы постараемся гарантировать научную точность и научную верифицируемость знаний. Да? Мы постараемся собирать людей, которые будут передавать самый свой большой, богатый, интересный опыт, накопленный ими и как в ходе научных исследований, в ходе научной работы, да, так и в ходе разного рода социальных наблюдений, ну и так далее. Лекторий будет работать с периодичностью раз в две недели. Посетить его может каждый. Основной своей аудиторией организаторы хотят видеть молодежь, студентов и школьников, которые в будущем смогут стать двигателями науки. Первая лекция республики была посвящена 80-летию с начала Второй мировой войны. Самое главное, что хотелось бы донести сегодня, это, конечно, не сами по себе события, которые, я думаю, у всех на слуху, а скорее фальсификации, которые, к сожалению, до сих пор имеют место быть. Почему это происходит, в чем их суть, как с этим вообще быть, как на это реагировать. План работы лектория составлен на месяцы вперед. Темы интересные, спикеры – настоящие эксперты. Как отмечают сами организаторы, основная цель проекта – привнесение в общество культуры познания. Лекторий «Республика» призван показать молодежи, что наука – это не сухие цифры и факты, а огромное пространство для мысли и творчества. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости.